Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Вышел курс создания репозитария на Bitbucket и связываем его с PyCHAR. Курс, ну тут мы плясали очень много. Если первый курс был очень простой, то тут моя задача была показать различные варианты, когда что-то может не получаться, потому что по книжкам, конечно, все хорошо, но в PyCHAR немножко все по-другому. Поэтому в конце концов скажу результат. В общем, моя задача была показать вам, где копаться, если что-то не получается, где дочитать. В конце концов, мы с вами, у нас все получилось. Давайте внесем изменения. И у нас стали автоматом отправляться. Сейчас, секунду. Изменения, ну, вот как это выглядит. Давайте что-то более существенное. Вот тога1 файл. Я напишу в видео сказал и показал. Ну вот наше маленькое изменение. А я вот тут вот, чтобы вы увидели, что все работает, скопирую. И это будет у нас комментарием сейчас. Ну, немножко нелепый комментарий, но нам главное патч. И дальше спокойно вот пошла PyCHAR работать. Сказала, что патч full, то есть все отлично. Можем зайти на наш репозитарий, который мы создавали, MyToga. Во-первых, сразу увидеть только внес. Видео рассказал и показал, вот он. Посмотреть наши изменения. Все это мы разбирались в курсе, просто я вам показываю, что... Видео рассказал, вот наша строка, посмотреть код. Тога1. Вот наша появилась, да. В общем, мы очень много разбирались с настройкой PyCHAR. Здесь много мест, где с гитом надо разбираться. Все это я показывал. Потом разбирались, как работать с командной строкой. В конце концов, мы научились, выучили команды push, pull, fetch, то есть разобрались в них до мозга костей. Ну, может, я сильно много давал копаться, что вы устали, но видите, мы плясали. Но я хотел, чтобы вы покопались, хотел, чтобы вы взяли все возможные варианты, научились решать вопросы, потому что компьютеры разные, конфигурации разные, и PyCHAR надо просто понять, настроить один раз, и дальше, конечно, все пошло как по накатанной. Поэтому в данном курсе мы учились работать, много работали с командной строкой, но в основном надо было освоить и научиться наш репозиторий, который мы в прошлом курсе создавали на компьютере, сейчас уже отправлять его на сервер Bitbucket. Далее уже будем работать с ветками, соединять их. В общем, это будет, это вы заметили, наверное, вам тоже это безумно интересно. Также мы разобрали вообще по ходу, и вы поняли, как работает Bitbucket. То есть, ну а дальше мы продолжим работать. Значит, курс находится на сайте python-tut.ru. Курсы, смотреть курсы, и здесь есть система управления версиями. Для новичков, если вы новичок, то надо начинать с сайта python-tut.cpb-tut.ru, то есть получить пожизненный логин, пароль и разобраться в Django, изучить Python с нуля. Но, ребят, система контроля версий, это очень важно. Вот нажмете, найдите курс 1, их, наверное, скорее всего, здесь уже намного больше.
Зачем начинающим разработчику Gitbucket? Я показал, но я дам на это видео ссылку прямо в описании видео, которое я сейчас пишу. Посмотрите, вам все станет понятно, вы не будете терять. У вас уйдут все проблемы, у вас будет разработка и обучение в кайф. Посмотрите, и вы все поймете. Спасибо за доверие. С вами был Валерий.